Анна, мы в столь поздний час на знаковом для вас стадионе. Да, действительно знаковый для меня стадион. Чуть-чуть и будет 10 лет, как здесь я установила свой личный рекорд 2.07. И, собственно, я как-то надеялась вот на то, что эти эмоции меня вознесут побольше, чем на 88. Но в любом случае получился лучший результат в сезоне. Просто, видимо, уже сил нет. Как ни настраиваешься, нужно было просто меньше попыток тратить. Тогда, может быть, была бы метр 90 чуть свежее. Ну а так, опять в призах, собственно. И при свете софитов мы сегодня выступали, правда. Зрителей было немного, но самые преданные остались до конца. И я всем благодарна. Ну а какие эмоции у меня? У меня уже отговорила роща золотая. Что сказать? Ну вот, пришло время. Все когда-то заканчивается. Вот. И мой час настал. Да, думаю, многих интересует этот вопрос. Вы уже говорили, что этот сезон может стать последним. Последнее ли это ваше выступление, или мы еще все-таки сможем вас увидеть в секторе? Ну, там еще есть несколько стартов. Я не знаю, буду ли я в них принимать участие, пока еще не приняла окончательного решения. Сейчас вернусь, посовещаюсь с тренерами. Вот. Ну, а так, да, я думаю, что дальше уже просто, когда ты борешься уже не сам с собой, уже с обстоятельствами, ну, правда, уже тяжеловато. Я и так подзадержалась, честно сказать. Вот. Ну, в целом, отлично, что выдалась еще одна возможность напоследок выступить и увести еще одну медаль домой. Спасибо, удачи вам. Ну что ж, дорогие друзья, только что я говорил, что именно третья попытка часто бывает решающей. Ну что сейчас?